Юбилейной медалью 90 лет Ненецкому округу сегодня отмечены 38 жителей региона. Это люди, чья профессиональная, трудовая и общественная деятельность принесли значимые для округа результаты в государственной, транспортной, строительной и жилищно-коммунальной сферах деятельности. Напомню, награда 90 лет НАО была учреждена 17 января 2018 года по решению главы региона Александра Цибульского и вручается в юбилейный год заслуженным ветеранам. Вручение юбилейных медалей прошло в торжественной обстановке. Открыл церемонию награждения вице-губернатор Юрий Бездудный. Округ известен богатыми природными ископаемыми. Но самое главное богатство округа – это люди. Это вы, сидящие в этом зале, и те, кто сегодня не оказался в этом зале, но тот, кто делал историю этого округа. Приветственным словом к собравшимся обратился и председатель регионального парламента Александр Лутовинов. Это награда для и заслужена вами всей вашей жизнью. И вы являетесь тем примером, на который должна равняться наша молодежь. Удачи вам, доброго вам здоровья и с праздником! Сегодня наградой были отмечены заслуги 38 жителей региона. Среди них Татьяна Милентьевна Закирова, имеющая большой стаж работы в различных сферах деятельности. Огромное спасибо всей нашей власти за внимание, за оценку. А в общем-то, было всего-то работать по совести, быть внимательным к людям. Потом по всей жизни, конечно, было очень много замечательных учителей, добрых людей. Это самое главное, что это, наверное, ценность всего нашего Севера, всех людей. И очень-очень радует, что вот я сейчас работаю, очень много молодежи. От них всегда чувствуешь внимание, всегда в любой момент помогут. Значит, наши старания были не напрасны. Молодежь наша живет, работает, значит, в государстве все будет хорошо. А самое главное в нашем округе. Юбилейная медаль подчеркивает значимость достижений людей, внесших огромный вклад в приумножение потенциала Ненецкого округа. Церемония награждения проходит в рамках празднования 90-летия со дня образования Ненецкого округа. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, телеканал «Север».